Шаган же второй день пишет про то, что он одной рукой играет лучше, чем... Ну а чё удивляться? Новый челлендж, он сломал себе руку, чтобы показать, что если одной рукой будет играть лучше, чем все. Века, веди дальше, сюда ближе веди. Где шаман стоит, вот прыгает. Веди, веди, веди. Века, веди сюда. И за стенку прячься, вот сюда. Спустится тык на кишка сразу. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордского. А вот здесь дай вам спину. Наверное, угадать. Ты тут? Зачем ты ДК сделал, лол? Да нормально, он без него убьет. Олег. Да не, в смысле без него? Там Талик упадет. Ты пофиг. У меня есть Талик. У меня нет. Походу есть Талик. А чё, групп лучше стоит, нормально всё. А, точнее. Кто успеет, тот успеет, да? Нет. Только ПГП.
Ну, я думаю, права у всех одинаковые. Чё за ник, блин, цепной отец? Не есть такого момента. Есть у кого-то мамы, что на дорогих купить? Чтобы давать баф. О, спасибо. Сейчас товар. Без ранее. Все. Тут шлак. Так, здесь надо 4 хила. Минимум. Так, не вижу, что есть. Ловишь эти. Дыхание ловишь после первой притяжки. Диалог тут. Ралли. Короче, если кто-то замораживает рейд на второй фазе, а я это говорю, что выносить метку надо, а не выносит, решается лута на этом боссе. Все, погнали. То есть помогать их. Да, неплохо ж. Неплохо хилите. Но все равно умер. Да, не знаю, не знаю. Коллапс это поднимает приспешника. Я что-то не хилит. Надо было через магнитцы какие-то слетать. Забав эти магни. Тяжко сейчас. Мимики, стойте вперед. Бейте в левую переднюю лапу. Стойте там же. Бля, я забыл, что у меня КД тушка, я сейчас умру походу. Нет, нет. Нет. Нет смысла у меня сейчас цепуху кустовать, потому что я стою в стороне от рейда. Магия вперед выносим. Никто не уцелеет. На Белина не кинется метка, он забавно. Походу, смотрим. Не кидается. Не, не кидается. Ну да. Он просто не словил еще дыхание, поэтому он. Ну я имел в виду, что ледяной склеп не будет. Прибегайте, он справа падает. Центр. К крайнюю слева подбить. Крайнюю справа не трогать. Не трогайте сами. Что мы сейчас? Все, можно разбить еще. Довольствие. Блин, чё ты стой. А, ну ладно, без разницы. Иди ловить уже, сейчас будет дыхание. После притяжки еще раз дыхание будет. Беги, малышка, беги! Становись под морду босса. Там какао умирает смертью храбру. Универсалус поднимает капитан какао. И чё он умирает? Чего? Ну его сначала воскликнули. Сейчас я тоже умру. Занозочка как умирает. Он стакет просто надал на себя и выжил хит. Вы шаманы хити, ребенка, это Нигера. Метки вперед выносим. По 3-4 стака свободно, набирайте. Что же вы не хитите? Ну, я 5 стаков набрал.
Не бить метку. Не бить. Правую. Хватит бить. Ну, правую только можно, там где 340. Сейчас разобьется метка. Да. Ну, какие-то топоры, походу. Табуретки себя. Не видит пипами. Первую метку в сторону, влево. Тупо подымай. Ладно, не подымай никого. Даю баф. Скажешь рост. Тофа метку на... РДД бьют метки, милики боссы. Переключились в метку. Шаманиус кастуется, пуха не стоит. 2, 3, стака, 4, нормально. Это еще по боссу. Милики отошли. Спасибо, РДД, что сбивает метку. Четко. Беги, малышка, беги! Блять, сакры нет. Следующую метку в сторону. Даем рост. Маник макро в сторону для цепного отца хилим. ДК убегай. ДК убегай. Давай, давай, давай. Поиграйте. РДД в метку. По проту барл играем. Коллапс от под босса. Милики отошли. Следующую в сторону добивайте босса. Так, ралли, беги. Нет, ты не туда побежал, надо было обойти его. Сендру и дамажит. Так, потерял 100 урона. Ай-яй-яй. Все, можете позервать. Наконец-то. Свободно. Нет, я думаю, что коллапс тебе надо, да, вот это? Вот это. Осколок. Покрытие. Сколько осколков упало? Кто из вас получал уже? Универсалус вроде получал. Аригаст нет. Аригаст. Музычка. Сколько мы в рейде идем уже с пула ребра? 1:43. Да, 17 минут до двух часов. Какой товар пишет, что мы долгие. Молчат. Еще на Сирусе не был. За нозочку так и никто не рестнул, да? Да зачем? Летит сам. А кто такой за нозочку? Новенький, да? Ну, я его запомнил, что он ролит вещи. Я ему еще... Колье, кажется, давал Водина. Я запомнил, что номер обморожения. 14 тысяч. Видишь, занозочка, ты должен сделать выводы, что если освобожденная магия на хилах, ты должен следить за своими стаками освобожденной магии, потому что тебя могут не прохилить. Ты умрешь. Вот мне кажется, позиция в углу — это какая-то калечная позиция. Каких-то загнанных, непонятных людей. Стол мешает камере просто. Ну да, я же... А Сирия всего это как бьют. Короче, это... РДД, это... Хилы, становитесь звезду, про товару в столба будешь танчить. Идите все сюда. Мне так удобнее просто рейдить. Ну я так... Я так... На Сирусе. Короче, уровнее все равно, как и релить, просто мы это привыкли бить. Так. Вар понял, про товар понял, где танчить, да? А, вижу, ты уже там стоишь. Ладно. Ну, вот здесь, возле жрачки я буду танчить.
Где ты там? Я все вижу. Это не новость, Сереж, это кальян станчит. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? А мы Синдру не убивали еще. Ну, не знаю, что там кальян станчит, просто когда я сразу пришел, посмотрел, мне вот так, наверное, будет удобней. Мы даруем тебе быструю смерть, Атос. Ну, так и пошло. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь... Успешник победитель. Пощаде, но я не буду слушать. И отчаянные да. Чемпион смерти. Рыцарь смерти. Моей безграничной мощи. Юнит героев третьих с двойным ударом. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Блин, забыл сказать про станы. Ну, давай, Тофа, попробуешь ромбик застанить. Занозочка, кружок. Рак, трусы. Давай, Стрелок. Забери маленького. Да, маленького забрал, блин. Ты видите, он вурдалака с чумой притянул на себя. Это все нормально. Да. Чума на протоваре. Это на стрим надо. Как с этим магом, с контролем будет. Так, капитан какао, выноси. Капитан чай выносит. Спелим. Не, вурдалак шел на война. Короче, не важно. Да все нормально, первая чума ушла куда надо. Фу, да. Сейчас живу в лоб. Не-не. Все, давайте на край. Судя по всему, лично что-то кастует, надо отбежать. Контрабасик почти умер. Видите лучи, которые идут у вас? Надо рейндж набрать всем, потому что этот луч ауешит по рейду. Очень жестко. О, смотрите, там вурдалак один стоит почему-то. Диспел. Спасибо. А он с петровским хантом приступил. Смотрите, пока кину, если кому нечего делать, пока посмотрите бой. Пэт Канта против Пэта Лича. Не собака, скорее собака. А, блин, он уже убил ее. Черт. Нет, не убил. А че он тогда вроде не вижу фрейм уже. А. Рядом со мной. Тофа, ты давай ромбик. Ну да, это, наверное, крест для тебя. Ну давайте сейчас поиграем, как мы все любим играть. Жмите просто три клавиши там и все. На удачу проиграем сейчас. Там хоть камни с неба. Это два лока, что ли? И я в трусах. Давайте в ромбик, там хан стоит. Ром, стан по рамбу быстрее. Все в ром сыграть. Ром, топовый хантер. Вышли все центр. Психопан с мини-зоны забивает. Респект. Так, пошли опять в центр. Сейчас будет решающий момент. Тоже вайпнет нас со сквернением. Сейчас мы узнаем. Встань за спину осквернения. Встаньте все в звездочку. Мне не выносим лево-право. Лучше влево. Хорошо, давай влево. О, господи, помолимся, чтобы осквернение было на лоу. Выбежали. Короче, выбегаем. Кто же это будет? О, нет, осквернение. О, господи, боже мой. Давайте играем в кружок. Ну, можно еще трусы попробовать. Я вон трусы пытку кастую. Хватит трусы.
мы спасли капитан Чай. Выходите из центра все, у нас будет осквернение. Второй раз не спасли Хантера. Жизнь, боль. Не повезло, осквернение, ралли Мелизона. Отлично, давайте все в центр. Поднимемся звездочку. 1%, 1%, 1%. А, давай, я забыл, да, давай на край уже. Ладно, так и быть, давай на край там уже. Типа. Ладно, так и быть, спою гимнат. Забыл уже про это. Это же обычка. Я тебе отписал, идет бой, поговорил со всеми. Нет. Не надо сферу притягивать, это плохо, плохая идея. Жаль, мы не сделаем ничего с духами. Блин, смотри, сейчас начнется фаза, ты стоишь на краю. Ждешь, пока Рич сам придет к тебе. Ничего не надо делать. А ты к столу гейм? Какой именно? Роман. Не. Я не знаю, у вас по монету квадрат хилинга. Да нормально. Я смотрю, у вас по монете 50-60%. Ралечка. Надо вспомнить, чем сбивать локу, каст. Наверное, ничем. Давайте, сейчас будет расти лич. Только по этому можно сбить. Ну, в зависимости, если эльф, то лок. Это не эльф. Ну что ж, блин, попрощаемся с тобой, сейчас ты умрешь. Сейчас он вырастет. Блин, он не вырос. Рок сбил каст. Последняя надежда на вайп — это осквернение в мелизоне или не захил метки. Сейчас будет осквернение, сейчас решающий момент. Последний шанс задержаться нам здесь еще подольше. Осквернение на психопане. О, видите, он в мелизоне стоит. Еще 6 лямов нам бить. Давай стрелю. Да, давай, рост. Чуть не забыл. Парадабар, я спасу тебя, я похлопаю. Все, похлопал, видел? Оба. Смешно. Очень. Да не, я уже давно всех посадил. Полгода как. Подводи духов, ой, бича по духов, становитесь все по духу. Опять зазергали по-тупому, две клавиши, никакого скилла. Очень скучно. Так идите на силу. Там качать надо. Да не надо качать, тут перса удаляешь, и там тебе дается быстрый старт. Что, можно? Когда геодаты сделают нормального, я еще подумаю. Нормальные там геодаты. Да кривая там геодаты, блин. Варом в текстуры чаржится, заебись. Угу. Здесь тоже бег баги. Варом не делай. Ну ладно, блядь, на БГ тебя лок фернен с текстуры упадет. Жесть, как ты... Надо уменьшить твой голос. Скажи что-то еще раз, где ты громко говоришь. Я дело в том, что быстрый старт стоит 2000. Спасибо, нет. Психопан, скажи что-то, я убавлю звук просто для себя. Быстрый старт? Раз, два, три. О, жесть как орёт, да? Орёт, да? Сейчас тише у себя сделаю. Лёша, лень, убавь настрой. Быстрый старт — это, короче, 80 уровень, и две профы на выбор дается, одна собирательная, одна крафтовая, и вкачанные три профы вспомогательные, 450 винты, кулинарка и рыбная ловля. То есть можно сразу дейлики делать кулинарные. Ну, соответственно... Сейчас нормально? Нет, все.
душе. Это ирония. Соответственно, 200-й это левый шмот. Дарует мне последнее благословение. Тихо, тише, громко. Ну, сейчас нормально. Разбить эти оковы. А просто микрофон чуть подальше от него. Ну как, подвинуть чуть-чуть. Там как чувствительный едет. Я взял вот эти вот быстрые старты. Там профы получается вкачаны 450, а рецептов нету, ну их типа выучить там. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Да еще можно собрать. Вык 25, например, да? Вик там нам. Пошли. 25. РС. Да, РС можно попасть. Кстати, пошли в РС обычку. Куда лучше будет, чем идти. Там у нас танков нет на РС, извини. Танков нет, я там. Похилю. Мобилин там. Ладно, я понял. Я похилю танков. Спасибо, что предали меня. Просто еще дали. О, мы обогнали эту трейд, прикиньте, ребята. Они нам еще одна. Они играть. Когда начали? Два фалика, два кинжала, блин. Ну они. Это тирок на у них было 4 слота, а тоже они собирали. Это уже не важно. Падение небес, Крис вечной лжи на мутика, да, это пишон. Да, это на мутика убили. Ладно, держи его, блин.